Я не хочу говорить как президент, понимаете, я женщина, я хочу просто сказать, вот просто, с Днем Победы, как патриот, потому что да, я патриот. Победа — это, конечно, победа, это звучит очень громко, но у нашей победы большая горечь. Чему бы ни учили нас новые историки, новые веяния, это победа. Победа в той войне, она наша. Она, понимаете, такой объединительный момент нас теперь, как бы отверженных друг от друга, что дай Бог нам вспомнить, насколько же мы были близки. Все мы, потому что у каждого из тех, кого объединял наш союз, было горе, горе невозвращения и счастье обретения вновь. Вспомни. И, как говорил Камэска, будем жить. Ек, Рус, май 2015 года, день.